Вітаю вас, друзі! Останнім часом у нас виникає все більше нагод для радості та гордості за наших земляків, спортсменів і тренерів. Нещодавно ми розповіли вам про блискучу перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу учня Вадима Саласенка Бозорбоя Матякубова. І ось сьогодні ми знову будемо говорити переважно про європейські злети каратистів Кіровоградщини. Хочу, во-первых, поздравить всех поклонников и студентов, и воспитанников нашей областной федерации, и вообще Федерации Киокушинкай Карате, Шинки Кушинкай Карате Украины с таким колоссальным успехом. Первый раз за, наверное, вот 31 год, который существует Федерация Украинская, мы так выступили. А зараз пропонуємо вам трохи історії з головної теми нашої сьогоднішньої програми. Кіокушинкай – карате-контактний бойовий стиль, створений Масутацу Аяма в 1957 році, є найпопулярнішим, наймасовішим стилем карате в світі. Шинкіокушинкай – атлетичний, динамічний і активний наступальний стиль. Його характеризує не прагнення до зовнішньої демонстративності і показної видовищності, а раціональний арсенал найбільш ефективних прийомів. Стиль Шинкіокушинкай був створений на противагу безлічі безконтактних шкіл і самому принципу карате без контакту. Шинкіокушинкай поступово завойовував популярність у багатьох країнах, а пізніше ліг в основу ряда інших контактних стилів карате. Принципи та методи тренування дозволяють займатися даним бойовим мистецтвом як дітям, так і дорослим, незалежно від статі, віку та соціального становища. Карате Шинкіокушинкай – надзвичайно видовищний вид спорту. Спортивні поєдинки куміте серед дорослих проводяться в повний контакт, без захисного спорядження, шоломів, рукавичок, протекторів. Єдине обмеження – заборона ударів голову руками. Сутичка може тривати 9 хвилин, але якщо після першої 3 хвилинки арбітри віддають перевагу одному з суперників, то боротьба припиняється. Якщо ні, то продовжується в другому, а можливо й в третьому раунді. Відповідно до філософії розвитку будо, карате, як і будь-яке бойове мистецтво, має розвиватися і збагачуватися досвідом молодих і амбітних майстрів. Цей досвід перенесений і на карате Оями. Нова форма і нова концепція нового напрямку Кін-кіокушинкай укладена в назві Шин-кіокушинкай, де іерогліф Шин – новий або оновлений, полягає не тільки в назві, а й в внутрішньому змісті. Шин – це новий погляд на карате як бойове мистецтво, на техніку і тактику реального карате. Керівник міжнародної організації Шинкіокушинкай карате, улюблений учень Масутацу Аяму Кензі Мідорі, дуже багато робить для популяризації карате в тому вигляді, в якому воно було задумано в 50-70-х роках і практикувалося багатьма майстрами карате в Японії. Це нове розуміння і нове ставлення ґрунтується на багатогодинній і багаторічній практиці карате, яку повинні вдосконалювати кожен день і початківець-каратист, і вже літній майстер карате. Іншого підходу і розуміння карате як реальної школи життя немає. Отже, сьогодні у Sport.ua знову про карате. Тим більше, що у нас є чудовий привід для такої детальної розповіді. Європейська першість із Шинкіокушинкай карате серед юніорів і юніорок, юнаків і дівчат та молоді нещодавно завершилася в Румунії абсолютним тріумфом української збірної. В румунській Ораді серед 22 країн-учасниць, спортсмени яких змагалися в розділах куміте й ката, наші хлопці та дівчата посіли перше загальнокомандне місце.
українці в різних вікових та вагових категоріях завоювали 36 медалей різного гатунку, з яких 12 золотих, 15 срібних та 9 бронзових. І нам удвічі приємно, що в цьому успіху доволі вагомий внесок каратистів Кіровоградщини. По-перше, відбір на чемпіонат Європи до складу збірної країни відбувався саме у Кропивницькому на чемпіонаті України. По-друге, вже в Румунії каратисти нашої області завоювали 2 срібних та 3 бронзових медалі. По-третє, дуже гідно проявили себе на європейському рівні ще й арбітри нашої області. Саме про це ми будемо сьогодні говорити із президентом обласної федерації Шінкіокушінкай карате Шиханом Олександром Кузьміним, кропивницькими та олександрійськими героями європейських баталій, а також із наставниками наших атлетів. Это просто была какая-то феерия. 12 золотых медалей, 19 серебряных, 9 бронзовых. Это, ну, еще раз говорю, это колоссальный успех. У нас из 36 финалов, наверное, 28 финалов было украинских. Это, ну, просто какой-то, да. Все отработали, все тренера, все спортсмены отработали на все 100. И это было уже видно на отборочном чемпионате, который вот вы присутствовали, который у нас проходил в Кропивницком вот, в сентябре месяце. Это, ну, было уже видно. Я как человек, который уже там больше 40 лет в спорте, я уже видел потенциал и уровень спортсменов. Есть с чем сравнивать, анализ, да, вот выступили просто, ну, я не знаю, как называть эпитетами какими-то, ну, просто великолепно. Чемпионат проходил в Румынии, в городе Араде, вот, спортивный комплекс такой огромный, на 3 татами, 2 дня проходили соревнования. Они были в 2 номинациях, в номинациях ката, это в первый день, и потом кумите, и в следующий день был только кумите. Значит, все, ну, знаете, у нас где-то вот есть с десяток стран. Это, ну, все страны вот Восточной Европы, которые как бы нам конкурируют. То есть это в первую очередь это Литва, потому что там так сложилось, что за последних 30 лет в Литве после баскетбола второе место занимает карате, как национальный вид спорта у них так, да. Вот. Потом идет Польша, там очень, вообще, по большому счету, в Украину карате Кіокушінкай попало через Польшу. Это в 70-е годы прошлого века. Так получилось, что Польша развивалась, а та страна, в которую можно было ездить учиться нашим, в основном это был Краковский институт горный. А туда ездили наши, так сказать, студенты учиться. А там Анджей Древняк вел секцию карате. Вот сначала было там дзюдо, потом как бы такой начали карате. И в начале 70-х годов появилась Кіокушінкай. И оттуда уже приехали и привезли вот это карате. Вот, и Днепропетровский, вот, она считается как бы так колыбелью нашего Кіокушінкай карате развития. Потом у нас Венгрия очень сильно так, потом идет Болгария очень сильно, спортсмены. За такої конкуренції, як відзначив мій співрозмовник, дуже гідно виглядали представники Кіровоградщини, які були досить близькими до найвищих сходинок європейського п'єдесталу. Я хочу поздравить тренеров и их воспитанников с этим успешным выступлением. Я считаю, хотя мы не привезли чемпиона, но мы были на один шаг до медалей чемпионских. Я хочу поздравить воспитанников клуба Бусидо Галимского и его воспитанников, это в улетной академии. У них 3 бронзовых медали. Я хочу поздравить Слынька,
Сергея и его воспитанников, это «Спарта-17» Александрия. У него девочка и мальчик, серебряные призеры. Они выиграли, есть очень много там, мы подавали протест, они выиграли эти бои финальные, но судьи так сделали, что да, при явном преимуществе наших спортсменов они отдали полякам. Мы подавали протест, мы там, ну, ничего этого все отклонилось. Очень хорошо выступили, я считаю, что ну, есть еще больше потенциала, вообще потенциал огромный. С нашего клуба «Спарта-17» было, принимали участие 4 человека. Это Дивляш Артем, Айдар Катя, Слонько Миша и Юлия Кипарисова. Вот, из 4 участников наши 2 спортсменов, это Айдар Катя и Дивляш Артем, заняли 2 места. Вот, хорошие поединки, по 3 поединка выиграли. В 4-м по странному решению судей, как все отметили, не дали продолжения, а итог был против наших спортсменов. Первый день выступали кадеты, и как бы судейство было не на нашей стороне. Много отдавали за поляков по какой-то причине. А второй день уже, в принципе, юниоры и молодежь выступили гораздо сильнее, чем остальные команды. Перші змагання європейського рівня поповнили скарбничку спортивних досягнень і Катерини Гайдар, школярки з ОНВК номер 17. Щоденні тренування та ранні підйоми не зломили бажання дівчини перемогти. У мене було 4 поєдинка, 3 з яких я виграла та 1 програла. В першому поєдинку у мене було 2 раунди, я виграла його за Вазарі. Тобто, ну, удар, який приносить сильну фізичну біль. А в другому поєдинку я теж виграла, був всього 1 раунд, я виграла його за рішенням суддів. А в третьому поєдинку я теж виграла, це був самий сильний мій поєдинок, я дуже втомилась, там було 3 раунди аж. Та в четвертому я програла за рішенням суддів. Також срібним призером чемпіонату Європи став спортсмен з Приютівської громади Артем Дивляш. Його до змагань активно готував тренер Андрій Томаровщенко. Перший поєдинок у мене був з хлопцем з Польщі, я його виграв, попав в голову. Другий поєдинок у мене був хлопцем з Румунії, він тривав в мене 2 раунди, і по закінченню цих 2 раундів я здобув перемогу та вийшов в полуфінал. І третій поєдинок у мене був, напевне, один із найважчих, хлопець був з Литви, хлопець був досить сильний, з ним у мене було 3 раунди. По закінченню цих 3 раундів я здобув перемогу та вийшов в фінал. В фіналі на мене чекав хлопець з Польщі. Хлопець дуже добре бився, з ним було тяжко. З ним було у мене 2 раунди, і по закінченню цих 2 раундів, на жаль, я програв. Мені, напевно, не вистачило останніх секунд 30 включитись, більше наносити ударів, перебивати його. Взагалом я доволений цими змаганнями. Вдячний своєму тренеру Томаровщенку Дмитру Володимировичу за підготовку. У цьому залі спортивного клубу «ІКАР» Льотної академії Національного авіаційного університету готувалися до змагань вихованці кропивницького клубу «Бусідо», які повернулися додому із 3 бронзовими нагородами. Але якщо хлопці, як і їх партнери по збірній України з Олександрії, досягли успіхів в куміте, то Ліза Галімська своє 3 місце виборола в ката. Мені дуже подобалось, була все дуже прекрасна організація, всі моменти. Судді дуже добре судили, було дуже багато спортсменів, атмосфера була прекрасна, мені дуже подобається. Така життя, я дуже благодарна сенсею, своїм батькам, своїм хлопцям, які мене підтримують. Мені дуже подобається, я живу цим. Наскільки сказалося те, що не було глядачів, що не відчувалося тої підтримки, яка потрібна? Все ж таки ці змагання були більше закритими. Глядачі б допомогли вам виступити ще краще? Я не знаю, как глядачи, но я очень рада, что со мной поехали мои ребята, что меня поддерживала моя семья, мой сенсей. Большинство ребят с Украины тоже поддерживали. Для меня это было достаточно. Як оцінюєш свій виступ? Чи зробила все
так, як хотіла, і ти сама вважаєш, чи ця нагорода, чи нагорода вищої проби потрібна була здобути? Я думаю, на даний момент это то, что я могла сделать. Мы будем трудиться, мы будем набираться опыта, и мы дойдем до высот. Що головне в твоєму комплексі? Що, на чому потрібно сконцентруватися? На чому ти концентруєшся, коли ти виконуєш ці вправи свої? Саме головне – це внутрішня гармонія. Треба настроїтися. Не треба себе настраювати на те, що ти виграєш, на те, що ти краще. Треба робити так, як ти робиш у себе в рідному залі. Треба робити так, як тобі подобається, отримати від цього удовольствие. А скажи, ти спостерігаєш за суперницями, коли вони виконують, чи ти сконцентруєшся тільки на собі? Коли робиш ката, концентруєшся на собі, а от коли вона робить, моя суперниця, або ж інші катісти, то я смотрю, аналізую, учусь аналізувати, учусь смотреть ошибки і виводити те, що мені треба. І які висновки ти для себе зробила після цього чемпіонату Європи? Що потрібно робити для того, щоб піднятися вище, вище і вище? Ну, як і для мене, треба да, трудитися, дуже багато трудитися, тому що життя і перемога не люблять лінівих. Нам допомагає свыше, нам помогают те и любят только тех, кто трудится, кто влаживает все свои силы для победы, и победителем будет сильнейший. А скажи, ты и в подальшому будешь концентруватися на ката, чи спробуєш свої сили в кумите і будеш намагатися досягти і там вершин? Сейчас я не могу дать точного ответа. Жизнь покажет, и мы будем трудиться еще больше и идти вперед. Коли ми з Леонідом Писаним спілкувалися після чемпіонату України, то, здобувши в Кропивницькому срібло, він обіцяв продемонструвати свої найкращі якості на чемпіонаті Європи. І після його повернення з європейської першості з'явилася можливість дізнатися, чи задоволений Леонід своєю європейською бронзою і чого не вистачило для того, щоб підкорити золоту вершину. Самое сложное на соревнованиях – это моральное состояние. И, скорее всего, не хватило больше моральной подготовки, чем физической. Физическая подготовка была идеальна. Мой тренер сделал все возможное, что от него зависело. Оставалось только морально. И где-то морально допустил какие-то плохие мысли, и поэтому проиграл. Скільки поєдинків ти провів на турнірі і які були найважчі? Два поєдинка провел на турнірі. Перший був з литовцем і второй був з грузином. З грузином був, звісно, складніше намного. Так він був рівнем вище, ніж литовець. Чим грузин був сильнішим? Наверное, у нього було більше опыта, а фізично він ніяк не превосходив мене. Які загальні висновки ти можеш зробити після цього турніру? Що потрібно робити для того, щоб рухатися вперед? Тренуватися. Формула проста. Чим більше тренувок, тим і... Больше тренировок, больше ответственности за результат, потому что ты тренируешься, 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 и когда выходишь в соревнования и проигрываешь, и все тренировки получаются на смарку. Что сподобалося, что для себя відмітив на цих змаганнях? Очень понравилось то, что не было каких-то слабых уровней участников, все были очень сильно подготовлены. То есть каждый бой, даже там 1/8, 1/4 была достойна финала. І що попереду, які налаштування, до чого прагнеш? Будемо готуватися на наступний чемпіонат України, щоб відібратися в збірну і показати вже більше результат, ніж в цей раз. Роману Волченку пробитися до фіналу, на жаль, також не судилося. Але причина поразки в півфіналі була іншою, ніж у його товариша по клубу та збірної Леоніда Писаного. Не сказал бы, что он усвоился на все 100%. Ну, настрой был не очень, но тренер мне в этом помог. Поэтому первый бой я очень подался хорошо. Ну, а второй бой получился не очень, потому что из-за старой травмы я не смог продолжать бой. Поэтому получилось так.
що це на етапі підготовки були отримані ці травми, так? Так. Ну, під час тренувань, на соревнованнях прошлих, отримав травму і до сих пор з цим борюся. Але ж ти, коли їхав на чемпіонат Європи, ти був нормальний в фізичному і моральному становищі? Ну, фізичне стан було у мене хороше, але морально треба було підготуватися. Було дуже тяжко, тому настраював більше себе вже на соревнованнях. Тренувати допомагав, щоб я міг настроїтися хорошо на поєдинок. З ким був перший поєдинок у тебе? Перший бой у мене був з литовцем. Пацанчик дуже хороший теж. Дав мені хороший бой. Виграла я, по мнению судей, его. Ну, хороший бой. Второй бой я дрался с испанцем. Пацанчик тоже очень хороший. Ну, из-за травмы я не смог продолжать бой. Скажи, будь ласка, якби не травма, ти іспанця так по своєму рівню мав би можливість здолати? Ну, бой у нас не був на равних, поэтому можна було б виграти його і пройти вже в фінал. Які в тебе враження від цього турніру, загальні враження? Що сподобалось, можливо, що не сподобалось? Несмотря на пандемію, було 22 країни, 500 учасників, емоції просто переповняють мене. Дуже круто було все. До чого спонукає тебе ось ця яскрава нагорода? І кому хочеш присвятити цю перемогу? І що сказати, які теплі слова? Хто допомагав тобі досягти цієї вершини? Хочу поблагодарити тренера за те, що уділяє своє особливе час нам постійно. Літом, по тренувальний день, тільки нам увагу. Хочу також поблагодарити своїх батьків, які завжди за мене переживають. Я їх дуже сильно люблю. Также хочу сказать спасибо всем своим друзьям, моему клубу и также сборной Украины, которую поддерживал на этих соревнованиях. Яка твоя головна мрія у подальшому? Чого ти хочеш досягти? Хочу взять на следующем году стать чемпионом Европы, на Украине добраться на Европу и стать чемпионом Европы. На думку наставника кропивницьких каратистів Володимира Галімського, такий виступ його вихованців є обнадійливим і надихає на подальші досягнення. Роману Волченку досягти більшого завадило ушкодження, а Леонід Писаний поступився триразовому чемпіону Європи і майбутньому переможцю цих змагань, для якого це були останні старти в цій віковій категорії. А ось у ката, коли оцінювали Єлизавету, рішення суддів було доволі суперечливим. 20 учасників з різних країн. Три сравнения в общей сложности. И за выход в финал судьи распределили свое мнение таким образом. Два авторитетных судьи отдали за нашу спортсменку. Три, скажем так, судьи среднего уровня отдали в противоположную сторону. Не попали мы в финал. Ну, я думаю, что каждый спортсмен это переживает, каждый тренер это переживает. Некоторых это заставляет впасть в депрессию и опустить руки. А мы привыкли к таким испытаниям, поэтому в первое выступление на чемпионате Европы, я считаю, это богатейший, колоссальнейший опыт, несмотря на судейство. Вот. И вся мотивация, которая приходит с этими поражениями, она даст толчок в развитии. А ще Володимир Галімський представляв нашу країну в Європейському суддівському корпусі і мав можливість оцінити рівень роботи арбітрів на чемпіонаті Європи. Само судейство этих соревнований включало в себе очень сложные аспекты, потому что были разные возрастные категории. Вот, две категории кумите и ката. И один судья судил всю полностью весь ход соревнований. У нас деревянка Леся Васильевна успешно накануне этого турнира сдала онлайн экзамены, получила категорию B международную. Вот, и она уже сдавала второй экзамен. Сначала сдается теория, потом практика. И вот это тут у нас судейство на чемпионате Европы для нее являлось практикой. Вот. Очень сложное было еще не только само судейство разных категорий, но еще то, что к каждому татами был представлен
комиссар, тот, который руководил судейством, и если у тебя были какие-то замечания, то ты уже в дальнейшем не допускался до судейства. Но, слава богу, все прошло для нас успешно, гладко. Вот. И Леся Васильевна Деревянко защитила свою категорию международную B, ее с этим мы поздравляем. Вот. И желаем в дальнейшем всем ребятам, те, которые будут связывать свою судьбу с тренерской деятельностью, все-таки углубленно изучать правила, потому что от вашего судейства в дальнейшем будут решаться судьбы многих спортсменов. Ось які враження від суддівства на європейській першості президента Кіровоградської обласної федерації шинкіоку, шинкай, карате Олександра Кузьміна. Були огромні такі провали з суддівства. У нас дуже плохо, тому що ми, от це юношеське соревнування, вони ж ограничені, вони ограничені в контакті. Ограничено. И вот это, после вот этого 16-17 сразу идет фулл контакт. И вот это ограничение, многие судьи, потому что они судят 6 часов, вот, например, этих соревнований, а потом заходят юниоры, а там фулл, ну, фулл контакт, и когда, да, им надо вот это все переключиться. Это же надо переключиться. Тут лайк-контакт, там, лукики нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя. Легкий шлепок. Потом надо... Можливо, судить також роз... Ну, так это надо огромный. У нас же, опять же, да, ты же не можешь там привозить судей, 100 человек судей по одному, 100 человек судей по другому. Ну и правила очень свежие, то есть мы эти правила где-то 8 лет вот эти такие с ограничениями. Европейцы, у них много работают, потому что у них законодательство такое, что ты там до 19 лет вообще не можешь фулл контакт устраивать. Ну, да. У нас дети там, они, ну, как в Японии, они изначально уже выступают и тренируются по таким вот... правилам. Потом мы должны вот это все говорить, вот этого нельзя, вот этого нельзя, вот этого нельзя. Ну, это хорошо, когда ты говоришь, а на соревнованиях, когда у него там срабатывает рефлекс, то есть и потом много предупреждений получается, да, если здесь надо понимать, что человека надо где-то в нокдаун отправить, а там за нокдаун сразу дисквалификация. Поэтому это очень такой, ну, сложный процесс. Ну, а для майбутніх європейських золотих злетів каратистів Кіровоградщини у нас є всі належні умови, вважає Олександр Васильович. Взагалі потенціал огромний. От потенціал огромний, тому що, ще раз говорю, у нас хороші тренера, хороші традиції цього карате. Дуже хороші. Вони, во-первых, їм вже більше там, 30 років, да, у нас з 89-го року. Ми працюємо, ми на всі чемпіонати Європи, на всі чемпіонати світу. Ми участвуємо во всіх. У нас не було ніколи провалів, де не було спортсменів, не представляли наша область спортсменів. И это, ну, как бы такая передача традиций. Вот за 30 лет у нас все как бы по нарастающей. То есть, да, были у нас супер спортсмены, такие как Касатонов Алексей, как Войтенко Сергей, да. Вот. Но я сейчас смотрю, ну, не меньше потенциал. А ще ми запитали, в чому запорука такого загального європейського тріумфу збірної України. Знаєте, такий, як би, возрождення таке, да, ренесанс нашого карате. Я не знаю, з чим це зв'язано, но діти йдуть, молодіж йде, і це у нас... В отличие от других единоборств, не хочу их, конечно, там от всех обижать, там, но в кикушинкай карате это же на первом месте стоит главная дисциплина. То есть дисциплина. То есть у нас огромное количество таких ритуальных вещей, там подход, отход, там сансей, все эти, да, начало тренировки, конец тренировки, дисциплина. Родители многие, им не надо, чтобы был чемпион, медали, галочки, они хотят, чтобы ребенок дисциплинированный был. Очень мало времени у родителей для воспитания. То есть они нам как бы дают и доверяют детей для того, чтобы мы их в правильном русле воспитывали. Это как бы первое.
Второе, что контактный вид спорта, очень много силовых упражнений, поэтому они очень много занимаются психофизической подготовкой. То есть это как бы основа, потому что, еще раз говорю, это контактный вид спорта. Это среднее что-то между боксом, борьбой и так дальше. У нас это такой, да, то есть надо быть быстрым как боксер, сильным как борец, потому что все-таки бьют. Бьют по корпусу, бьют, ну, надо, чтобы мышечный корсет присутствовал. И уже только на третьем месте у нас как бы там хотят, чтобы это был чемпион. Ну, это такая история, да, поэтому, ну, очень-очень, я говорю, очень много приходят, очень много родителей. И это ж мы не только в областных центрах. Сейчас очень много в, да, очень много в территориальных громадах, очень много в районах. И мы делегируем туда тренеров, нам делают поддержку все, там очень хороший потенциал детей, они очень физически развиты, они, у них хорошее питание, они мало времени уделяют квартире и компьютеру, больше воздуха. Поэтому там есть над чем работать. И это не только у нас, хочу сказать, это по всей Украине. И зміни в федерації, я знаю, пройшли, і це також? Да, 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 да. Посприяло цьому, так? Да, да, да. Очень в прошлом году начало пандемии, локдауны, у нас произошли изменения, поменяли у нас состав президиума поменялся немножко, президента изменили, стало более спокойно. Более прозрачно перестали, ну, как всегда, есть проблемы с интригами, они ушли на второй план, и поэтому как бы люди стали друг другу так доверять, более такие дружелюбные отношения и между тренерами, и между спортсменами, и это как результат. Як існує ваш вид спорту в умовах того, що він не є олімпійським, скажімо так. Yeah. І до олімпійського карате, ми говорили з вашим президентом, немає відношення. Ось як існує ваш вид спорту, як він виживає в сучасних умовах? Ну, смотрите, у нас, как бы, это, опять же, это все традиции, дело традиций. Потому что до 89-го года, вот, кстати, мы будем 32 года нашей федерации вот, в декабре, карате было запрещено, даже была такая статья Уголовного кодекса 219. Ее в 89-м году ее сняли в Советском Союзе, ее сняли в ноябре. А в декабре уже была федерация, и мы одни из первых, которые в Советском Союзе еще зарегистрировали эту федерацию. Вот. Оно изначально было построено тем, что мы не могли, не то что не могли, никто нас бы не поддержал. То есть мы изначально построили систему клубов. Клубов, которые базировались на, первое, это членские взносы, которые занимаются. Второе, это спонсорские. И только на третьем, на четвертом или на двадцатом, если какая-то там приходила там власть другая, не знаю, там постоянно что-то там менялось, может, кто-то там один раз там, в 10 лет нам каких-то денег давал на какие-то поездки. Вот. А так организация, она работает на клубах. То есть основа федерации области, основа федерации украинской – это клубы. Клубы есть маленькие клубы, там по 20-40 человек, есть большие клубы. Например, я знаю, там вот во Львове, Канку, там 700-800 человек в клубе. В клубе. Это клубная организация. И мы финансируем нашу федерацию членскими взносами. То есть клубы отдают в область, область отдает в федерацию. Мы не зависим, у нас нету денег. Ну, не хочу там... у нас дает нам министерство... спорта Украины дает на федерацию денег, но я не хочу даже говорить, потому что это даже не деньги, это слезы. Это, ну, 300 тысяч в год, это, ну, чтобы вы понимали, это на проведение одного захода, то есть это спортивного, и все, на одни соревнования. Ну, так это по остаточному принципу всегда так. Есть олимпийские, которые там в первую очередь, есть виды спорта, которые представлены лоббистами, которые, ну, лоббируют, ну, история очень простая, да. Вот. А есть вот виды спорта, которые там самостоятельно живут и выживают. Вот мы как раз из той серии, что мы живем и выживаем самостоятельно. Мы научились жить
идя параллельно с государственным структурой. То есть без разницы у нас, будет это министерство, не будет этого министерства. Есть будет ця влада, чи буде інше? Совершенно верно. То есть вообще мы независимы. То есть мы не подсажены на вот эту наркотическую такую финансовую иглу, где людям сначала дают денег много, а они потом показывают результат. А потом, когда денег нет, они результата не показывают и говорят, что, извините, у нас нету возможности. Потому что так во всем мире не работает. Работает сначала клуб. Клуб самостоятельно, если вы подготавливаете спортсмена, а когда он уже занимает какой-то там уровень, например, становится чемпионом Европы, да, или там чемпионом мира, и уже клуб не может тогда его финансово, тогда подключается держава, да, тогда подключаются другие структуры государственные, которые вот его ведут. То есть сначала надо вот этого человека вот так. Я не понимаю, когда с нуля надо сначала давать каких-то денег, а потом его ведут, а потом говорят, денег нету. Ну, денег нету и результатов нету. Що ж стосується перспектив українських каратистів на чемпіонаті світу, які проводяться тільки серед дорослих, окремо у вагових категоріях та в абсолюті, то, як зазначив віце-президент Національної федерації Олександр Кузьмін, тут у складі збірної Європи виступатимуть 4 українці і маємо великі шанси здобути 2 нагороди. Цікаво, що росіяни проводять свій відбір і виступають окремою командою. Ситуація така, що в Росії окремий регіон, отбор йде окремий. Тобто Росія, у неї огромне кількість займаючихся. Це теж, опять же, історично так сложилося, що в России очень много, ну, от Дальнего Востока, Хабаровска, Владивостока до Калининграда, центральная, вообще Сибирь, Урал. Это вот огромные такие центры, где очень сильные спортсмены. Поэтому, чтобы создать конкуренцию, сделали такое региональное отделение, они отдельно отбираются. Казахстан тоже отбирается, например, он очень сильные спортсмены, они отбираются через Азию. Япония отдельно отбирается. На чемпионат мира потом идет команда Европы и России команда 1. А насколько они сильные и насколько они будут складывать нам конкуренцию после такого триумфа на европейском отборе, как они будут складывать нам конкуренцию? Ну это же время. На чемпионате. Это вот на прошлой неделе, ну на этой неделе, в субботу-воскресенье, у них тоже отборочный проходил чемпионат. То есть практически я так посмотрел в Ютубе, то и, ну, много ребят и очень сильно. В Україні ж великою проблемою, на думку Олександра Кузьміна, не тільки в карате, але й в інших видах спорту є перехід спортсменів із юнацького та молодіжного віку на дорослий рівень, де наші успіхи вже не такі суттєві. Уровень хороший, то есть мы даже, сейчас был чемпионат Европы, вот в Грузии в июне месяце, мы заняли третье командное место, третье, то есть Литва, по взрослым. На первом месте Литва, на втором Грузия и Украина на третьем. Это тоже очень хороший результат, ну это для по взрослым, это очень хороший результат, да, но у нас еще больше потенциал есть, У нас единственная такая философия неправильная, да, опять же, я говорю, это вот государственная программа. Потому что все, что мы можем делать вот на уровне клубов, это вот примерно 17-18 лет. То есть пока они школьники, мы еще это все делаем, тянем, да, потом поступают в университеты. Опять же, надо уже подключать, раз уже поступает спортсмен, а он уже кандидат или мастер спорта к 17 годам. Вот он поступает на факультет воспитания, например, да, нужна уже какая-то поддержка. Ну, я так говорю, просто потому что там все же потом родители понимают, что ребенка надо. Государство не очень там сильно начинает шевелиться, и они начинают тихонечко куда-то разъезжаться, куда-то родители их пристраивают, или они сами куда-то идут, да, и это все не всегда способствует тренировкам.
возможности этой, да, то есть вот этого связи нет. Ну, а даже если когда есть связь, 21 год, он с молодежки переходит на взрослую, и там нужна поддержка. То есть это взрослые люди, они со взрослыми взглядами, у них есть куча своих проблем, есть семейные проблемы, кто-то там с них женат, у кого-то уже есть ребенок. Понимаете, то есть это не всегда 30-летний, извините меня, казак такой, у которого нету там ни семьи, ни то, ни то, и он только там. Да, все как бы люди, у всех есть. Надо вот это надо все учитывать. А так как у нас, ну, я же говорю, у нас страна как бы там развивается, надо учитывать то, что надо же этих ребят финансировать, и надо их немножко хотя бы поддерживать. Опять же, это уровень чемпионов Европы, призеров Европы и призеров мира. Это вот, ну, то есть вот такие элитных спортсменов, их же надо постоянно где-то, ну, то есть им надо все время помогать. Ну, как отец, как мама, ты рядом с ним постоянно. Ты постоянно заботишься о его не только спортивными результатами. То есть ему не только, что там что тебе, но ты еще заботишься о том, что он кушал, как он спал, что у него происходит, что с мамой, что с папой, что с женой, что с ребенком. Тобто штатної збірної команди з карате не існує якось в інших, як у боксерів, немає. І це... Ну, отсюда, да, отсюда большие проблемы. Еще раз говорю, у нас, ну, каждый год... 40-50% людей уходит. Туда, до 50. Ну, мабуть, вас тішить те, що вони йдуть захищати батьківщину. І... Да, я скажу вам чесно, это чего я еще люблю свой вид спорта, да, карате, что при, когда человек там 10-15 лет начинает, там 6 лет вот он начинает тренироваться, да, там до 21, вот, он очень востребован. Он очень востребован. Его забирают с руками, ногами все, потому что, да, во-первых, физически подготовлен, во-вторых, специально подготовка, да, техническая, да, его забирают все, то есть его военнослужащие, там, Збройные силы Украины, Альфа, там, погранвойска, ну и так дальше. И это все ребята, которые востребованы. Якщо зважити на те, що в нашій області на даний момент Шинки Око, Шинкай Карате займаються близько тисячі юнаків і дівчат, то виходячи з упевненості в своїх учнях і колегах президента обласної федерації Олександра Кузьміна, можна говорити не лише про спортивні перспективи. А на сьогодні наш час в ефірі завершено. І з побажаннями нових злетів нашим атлетам і тренерам я з вами прощаюся. Ну а глядачам, звісно, як завжди, бажаю любити спорт в усіх його проявах, займатися спортом, вірити в найкраще, вакцинуватися і бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!